О, танчалят. О, дальнобойщик опять здесь. Так кто мне там в жопу таранит? Я не понял. Это что, трасса вам или что? Ты называется, выехал пособирать грибы. Ну и что ты стал? А? А он выехать не может. Ну, выезжай еще. Выехал, называется, пособирать грибы. Блин, а всякие дальнобойщики. Блин, трасса какая или что? Еще, блин, надо круза греется, надо температура вообще зашкаливает. Бред какой-то. Ну ты едешь или нет, а вообще есть? Не понял. Так, стопа. Стопа, 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 стопа. Дальнобойщик заехал, там, в принципе, никого нет. Is this a Supra? Это Супра, пацаны. Так. Аккуратненько за крузаком спрячемся. Так, пацан едет, давайте немножечко спрячемся. Где-то вот так в кустике спрячемся, чтобы он нас не увидел. Зачем нам лишний раз палиться? Вот, все, проезжай, братан, проезжай. Проезжай, все, вроде пусто. Пацаны, Супра в лесу, офигеть! Там еще один едет. Крузак, главное спрятать, номера сейчас пойду сниму. Все, снял номера. Супра в лесу, пацаны, разбитые, смотрите, жопой нет просто. Фонари нет, там геометрия ушла, она вся коцаная. Капец, еще стекла разбитые. Морды вообще нет, офигеть. Пацаны, Супра. Но ее можно будет потом дорого продать. Я думаю, нам надо как-то под шумок сейчас ее аккуратно забрать. Я надеюсь, хоть... Блин, хорошо, дальнобойщик едет. А двери хоть открыты? Да, эти открыты. А вот эти? Бля, еще эти кусты, блин. Капец. Открывайся. Она открытая. Офигеть. А что, запустится? Бля, хорошо, тонировка есть, ничего никто не видит. Запускайся, давай, давай, давай. Все. Супру оставили в лесу, пацаны. Мне кажется, или надо по ним ногу сваливать? Вроде едет. Ни хера не видно. Вообще нифига. Надо сейчас приехать, короче, снять. Короче, руль влево немного тянет, речугу кана. Все, едем, короче, к Димону. Сейчас в мастерскую, вот тут в селе есть. Едем, короче, очень медленно к Димону сейчас, чтобы нас никто не запалил. Думаю, нас никто не запалит. Там уже, наверное, посмотрим, что он нам предложит. А чё у меня гематома такая какая-то? Как кто-то меня прилупил вообще хорошо. Я думаю, начало вам понравилось. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. Супру я купил дня 2 назад у Эвана. Да, это, конечно, очень сложно поверить, но я купил ее у Эвана. Так что сейчас вставочка, и мы смотрим. О, Эван, это ты ютубер, да? Да, здорово. Я смотрел твой ролик с Роллс-Ройсом, охрененный. Ты что, новые номера поставил? Какой ролик? А, вот с Роллс-Ройсом твоим. Так я его только вчера купил. Ну, я вот видел видос вчера. Там еще такое начало заебись было. Я не знаю, меня вечно с кем-то путают. Я думал с тобой. Я думал с тобой. Стейч, стейч, стейч. Ну все, проверил. 156 999 рублей 97 копеек, блядь. Блин, прикинь, минус 3 копейки. Капец. 4,8 за Супру. Спасибо. Значит, покраска авто. Кузовные винилы есть какие-то? Блин, нет, обидно. Я бы сюда влепил форсаж, я был бы просто первым на районе. Вишневый цвет такой вроде у них был, но я такой делать не хочу. Я хочу сделать ее, наверное, белой, либо черной. Но черная, она, кстати, смотрится очень топово. Так что давайте ее все-таки сделаем. Вот я полистал цвет. И я все-таки хочу сделать ее черной. Черная супра самое то. Аперская супра, пацаны, увидели когда-нибудь такую супру? Давайте я сразу хочу поставить это ксенон, потому что здесь ксенон не стоит, он светит просто белым светом. Это, ой, ебал ему чисто. Не надо. Колесные диски. Я, в принципе, выбрал диски. Это Graham Lights. Почему я сейчас засмеялся, вы потом узнаете в следующих сериях. Вот. В принципе, их поставил. Наш тюнинг супер закончен. Итак, пацаны, остался всего лишь один вопрос. Что же все-таки лучше? Сильвия
или Supra. Давайте пройдемся по характеристикам. Supra стоит 1.3, она едет 220 км в час, и вместимость бензобака у нее 53 литра. Сильвия, которая стоит на 100 тысяч дороже, она едет на 20 км в час быстрее, то есть 240, и у нее бак 65 литров, и на 100 тысяч дороже всего лишь, и она превосходит. Плюс на Сильвии есть винилы и есть внешний тюнинг, но это ненадолго, так как скоро разработчики планируют добавить глобальный тюнинг на все автомобили. Я думаю, скоро Supra не останется стоковой, как и Сильвия. Мне кажется, Сильвию добавит еще куча обвеса, вот. Но все же, что лучше для дрифта? Если что, на Сильвии мы уже катались, а ссылочка на видос есть в описании ролика. Приехали мы на самое популярное место, поэтому сейчас будем делать тест-драйв на Toyota Supra. Давайте врублю все-таки чат, чтобы камера была видна. 414, кстати, пробег у нее. Что я могу сказать, что Supra разгоняется медленнее Сильвии на моем чипе. Дрифт GTA 5 оценивать — это такое. По моему сугубо личному мнению, кажется, что Supra управляется лучше Сильвии. Но это чисто настройка все решит. Но, по крайней мере, вот сейчас первые метры я еду на Супре лучше, чем на Сильвии. Конечно, здесь еще чип офигенный стоит. Я вам обязательно в конце серии покажу. Можно сказать, смысла и оценивать нету, типа, что лучше Сильвия или Супра. Так как на конференции в Дискорде, на которой администратор отвечал, агрессор тот же, на все вопросы, он сказал, что Сильвия, Супра, Мазда, которая MX-5, Nissan 180SX, они все одинаковые, у них все одинаковый хендлинг. Все, что они отличаются, там по минимуму что-то. И все, так что можно сказать, от этого тест-драйва смысла нету. Что мне нравится Сильвии, что я вот вроде поворачиваю, вроде должен ехать боком, но не чувствуется занос, как на Супре, что прям жопу занесло и наедет боком. Вот здесь просто кажется, что камера немного повернулась и все, типа. Хотя, пацаны, вот беру, чисто дрифчу после Сильвии на Супре. Я понимаю, что Сильвия какая-то более мощная, я бы сказал. И она более легко выходит из затяжных поворотов с большим углом. Супре же намного тяжелее, чем Сильвия. Как я обещал, посмотрим с вами сейчас чиповку на Супре. Вот вам трансмиссия. Если вы захотите, можете потом поставить себе на паузу. Вот вам тормозная система. Вот, я не знаю, я не буду дорабатывать этот чип. Если вы разбираетесь в чипах, можете, в принципе, доработать его, и будет идеальный чип для вас. Вот, и подвеска осталась. Вот, я думаю, в принципе, я вот уже шарю в каких-то значениях, каких значений должна быть подвеска, там и двигатель, и трансмиссия. В принципе, чип должен быть балдежный, вот. А на этом все, давайте соберем по максимуму здесь лайкосов, ведь я очень старался, и продвинем этот ролик в топ. Также напишите, что вы думаете по поводу этой Супры, и, кстати, она будет в продаже именно на этих номерах. Также Сильвия, она тоже будет в продаже. Подробности будут в описании, если захотите, можете посмотреть. Если вам приглянется этот вариант, можете зайти и написать в ВК. Также у меня есть свой личный промокод Эван, вводи его при регистрации, получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Ну, все, всем желаю хорошего дня, всем удачи. И всем пока-пока. Итак, пацаны, теперь самое время подвести итоги на 2 места по 250 тысяч. Так что заходим на мой канал, заходим в видео, заходим на ролик с обновлением. Он очень хорошо набрал, спасибо вам большое. Копируем ссылочку, заходим на Lizanair, вставляем ссылочку, нажимаем старт и смотрим первого победителя. И это Кирилл Карстрев. Удачно взял сливы за пару дней до обновы. Давайте перейдем на его страничку ВК и напишем. Привет, ты выиграл 250 тысяч рублей на Smotr Rage на канале Evan. Отпишись, чтобы забрать приз. И отправляем. Идем, теперь выбираем второго победителя. Нажимаем перезагрузить. И это Данил, человек. Ой. Кстати, что это за фигня? Назад. Назад, назад. Я видел, что это за человек. Назад, блядь. Это подстава, пацаны. Ладно, тогда идем в комментарии, а что делать? Мы уже выбрали победителя, а программа так залагала. Так что идем, ищем этого человека. А вот, в принципе, он, 3 дня назад. Данил Булатов, поздравляю тебя, ты выиграл 250 тысяч рублей.